Я катался по полям и снимал заключительную часть серии видео про свой китайский мотор. Как вдруг я встретил одну девушку на питбайке. Точнее, я чуть в нее не въехал. Привет. Привет. Ты так тут встала, я чуть-чуть бы я бы немножко бы мог бы въехать. Нет. Что-то случилось? Я не знаю, все, он встал, не заводится, я не могу поехать никуда. Что, никак вообще пробовала, я уже дрыгала? Да, я пробовала несколько раз. Мы тут по приколу стоим. А бензин есть? Проверяла? Да, есть. Точно? Прям 100%? Ну, я заливала. Может, просто уже слишком много покаталась, не знаю. Ну, давай, о, можно посмотрю? Да. Ну, плещется, что-то есть. Слушай, значит, он должен, по идее, завестись, раз есть бензин. Попробуй. Не знаю, может быть. Я Гоша, если что. Я Лера. Очень приятно. Взаимно. Ну, давай попробуй тебе помочь, а то здесь в поле такой себе вариант стоять немножко. Да, давай да. Проверим, посмотрим. У тебя же нету этого электростартера? Или есть? Нет. Только вот это, ногой, да? Да. Ну, странно очень. Сейчас давай заводить его. О, что-то было. Он как будто хочет, но, слышала, чуть-чуть схватилось. Мне этого не хватит, чтобы доехать. Ну, понятно, да. Давно ты уже тут? Минут 15-20, наверное, сижу. Странно. Да. Я уже несколько раз пробовала, ничего не получается. Окей. А тебе далеко вообще, типа, пешком, если что, не вариант? Если бы был бы вариант, я бы тут не стояла. Понятно. Ну, давай разбираться. Ничего, заведем сейчас. Сейчас все будет нормально, не парься. Вообще, давно на мотике катаешься? Да нет, первый сезонник только начала. И это твой мотоцикл? Ты уже его? Нет. Просила у друга. Ага. Нужно же практиковаться. Ну, да, тоже верно. Есть, кстати, вариант, что могло залить свечу. На самом деле, ты часто дрыгала пыталась завести? Ну, побольше... И ну, вот есть такая фигня, что ты могла просто залить свечу сейчас. И это надо ее, может быть, либо выкрутить и просушить, ага. Либо заменить, посмотреть. У тебя с собой ничего, да? У меня вроде что-то есть, сейчас посмотрим. Ты не переживай, спасем тебя, надеюсь. Ты пить хочешь? А? Пить хочешь? Спасибо большое. Сейчас посмотрим. У меня есть с собой, так, у меня есть с собой, сейчас посмотрим, что у меня из инструментов есть. У меня есть свечной ключ, я взял с собой. Еще у меня есть эти мультитул. Ой. Так. Так, аккуратненько, главное, чтобы нас тут не задели. Ничего, у вас тут, блин, аппараты катают, заряженные. Вот, кстати, вот почему ты опасно встала. Видишь, из-за поворота вылетаешь, и ничего не видно. Я точно так же вылетел. Давай сейчас чуть-чуть его уберем хотя бы в сторону. А то... Ты же хочешь сегодня домой добраться? Так. Прям в поле с кукурузой застряла. С этими, точнее, с подсолнухами. Ой, есть еда. Они как будто немножко сыроватые еще, возможно. Так, сейчас я тоже свой уберу аппарат. Это тоже мотард, как у тебя, видишь, у нас, типа, но это просто старший брат, скажем так. Ёй, я прям вообще малявочка. Ну, да, он мощный очень, такой опасный. Это как я, сколько он весит? Ну, он не очень тяжелый, он где-то 120 кг весит, на самом деле, но он достаточно заряженный, мощный. У него 43 лошадиные силы, и он прям валит, будь здоров. Так, сейчас достанем инструменты. У меня вроде еще здесь мультитул есть. Так, свечной ключ. Хочешь, кстати?
Мама, конечно, учила не брать сладости от чужих денег. Слушай, ну отдай обратно тогда. Ладно. Самое главное здесь не обжечься. Выкрутим сейчас свечу и посмотрим, если она не залитая. Угу. Выкручивала когда-нибудь свечу? Разбиралась с этим? Сама нет. Только смотрела. Оп, упала. Так. Ну, она немножечко, да, ее залила. Ее сейчас... Ай, блин, горячая. Ее сейчас надо либо просушить, попробовать, либо у меня есть запасная вроде свеча. Если подойдет, то, возможно, все ок будет. Отлично. Ты всегда с собой возишь? Знаешь, когда, типа, выезжаешь куда-то, ну, это все-таки тоже китаец, и беру с собой иногда запчасти, чтобы... Потому что случится может что угодно, на самом деле. Так. Сейчас мы тебе все сделаем. Ты вообще давно мотоциклами увлекаешься? Ну, класса 7-го. Первый раз я поняла, что мне это интересно. Ага. Сейчас ты уже решила стать мотоциклистом. Класс. Так, ну что, сейчас будем пробовать. Кстати, немножко, кажется, дождь идет уже, да? Мне кажется, что ты приехал просто идеально. Ну да, сейчас ливень пойдет. Вообще будет класс. Еще на этой резине тебе будет немножко сложновато, мне кажется. Поэтому лучше пораньше выбраться нам. Я надеюсь. Ты уже давно катаешься? На мотике? Ага. Блин, ну, лет 5, наверное, уже давненько так, достаточно. Вот снимал небольшое видео про этот мотик как раз. Ага, я тебе рассказывал. Ну, я в тебя чуть не въехал, скажем так. Это могло закончиться немножко все чуть-чуть плачевнее. Я приехала в больницу, обещаю. Навестить меня? А почему ты уверена, что ты бы меня навещала, а не я тебя, наоборот? Быстрые ноги, Лили. Ну что, давай, проверим. Ага. Он не на скорости стоит, нет? Нет, все нормально. Главное, чтобы сейчас снова не залило у нас свечу, но, блин, будем надеяться. Ой. Опа, что-то есть. Давай, есть. Чуть-чуть еще газу поддай. Ага. Смотри, ты нажимай мягко, но быстро, не бей ногой. Вот так, мягко, аккуратненько так. Оно не всегда просто. Давай. Смотри, есть, как будто. Чуть-чуть газу поддай. Давай я, чтобы ты сейчас не залила. А то если мы зальем еще одну свечу, то уже придется пешком идти. Так, ну... Есть! Видишь, чуть-чуть газу надо было поддать. Ну что, в принципе, ваш аппарат готов. Слушай, а тебе как-то можно где-то твои контакты взять? Да, давай. Сейчас я возьму свой телефон. А ты в ту сторону едешь же, да? Да. Я, в принципе, просто катался, я могу с тобой чуть проехать, тебя проводить, чтобы уже на всякий случай. Хорошо? Давай, сейчас. Давай в Инстаграме я тебя найду. Давай. Напиши просто, как ты, какой тут твой ник. Все. И подписалась сразу, да? Класс. Все, спасибо. Все, собираемся, сейчас и едем. Да, давай. Эндуро приключения у нас тут с девушкой на питбайке, а я на мотарде. Хотя это, в принципе, оба мотарды. Это только то мини-мотард, а это большой мотард. Что, весело? Да, очень. У-ху, с горочки, да. Окей. Ой, стоп. Давай, ты сможешь. О, отлично. Честно говоря, я так офигел от этого знакомства, потому что, ну, красивая, симпатичная девочка, которая катается на питбайке, это вообще очень большая редкость. Поэтому я с большим удовольствием проводил ее. Мы проехались немножко по полям, даже в одну такую горочку заехали. Лера прям вообще молодец, заехала без проблем. В итоге я проводил ее прям почти до дороги, которая ведет в деревню, где она живет, и мы с ней распрощались. Но договорились еще как-нибудь покатать, может быть, даже я ее покатаю на своей стритухе. Поэтому, если вам интересно продолжение видео с этой девочкой, пишите комментарии, оставляйте лайки, чтобы я как-то понял, что вам интересно, и я обязательно с ней продолжу дальше знакомство.